Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Так, у нас уже уровень сложности, смотрите, нормально стал. То есть с изи мы уже перебрались. Так, кстати, надо было мне активировать, естественно, ларец. Что-то я забыл, кстати, да, непростительно. Да, понятно, что все это у вас там спецпредложение, один день, 15 часов. Мне это не интересно. Мне интересно дальше, ребята, играть и проходить основную сюжетную линию. Джун. Остров, как странно, похож на храм сферы. Кружится голова. Нет, не дайте теневому разуму снова захватить меня. Слушай, Джун, я не позволю, поверь мне. Опачки, теневой разум. Самодовольная принцесса. Ты не нужна мне, и я отброшу твое тело, чтобы слышать голос Мойры. Вот так вот, ничего себе. Мойра? Какая Мойра? Я ничего не слышу. С каждой секундой теневой разум все сильнее, а я слабее. Помогите, прошу. Теневой двойник. Сюжет, ребята. Защити Джун от теневого разума. Противник в теневой форме. Ага, понятно, ребята. Мы уже много раз с вами воевали с теневыми противниками. Настал очередной черед. Теневая императрица. О-оу. Проверим на прочность, ребята, для начала. Ясно, как всегда. Как всегда, все у нее замечательно, да? Ага. Ой, не-не-не-не-не-не. Что? Что ты делаешь? Ничего себе она, ребята, мне пропечатала-то. Тихо, отойдем. На, получи, блин. Не уверен, ребята, что у нас что-то получится. Подпытаюсь. Черт бомбит, а. Ну и как? Нет, здесь нереально. Тьф, дракон сожрал меня нафиг. Ого. Как-то, по-моему, слишком круто для уровня нормально. Вам так не показалось, а? Вот мне лично показалось. Так, возможно, придется мне убрать глефу. Наверное, и придется что-то другое, ребята, брать. Слишком уж больно круто. Эй, не-не-не-не. Да ну, да. Так. Как-то я еще и умудрился выжить, ребята. Ума не приложу. Хорошо. Ладно, здесь, короче, мы сравняли счет 1-1. Заметил я, кстати, что теневой удар очень эффективен против нее. Но только дело в том, что мне приходится тень копить, а ей нет, ей не надо, у нее она уже есть. И вот эти вот удары ее довольно жестокие. Ага. Хоть где-то мы ее подловили. Ну-ка, выпрыгнула. Нельзя, нельзя позволять ей. Отлично, ребята. Пока все хорошо идет. Главное, не давать ей применять теневой удар. Буду ее здесь колбасить, добивать. Ага, не нравится ей. Я вижу, что тебе не нравится. И последнее, да. Фух. А могла бы заколбасить, ребята, могла бы, вполне. Идеально. Фух, я же взбудоражился. Так, ну все понятно, мы тут немножко подросли. Награды в виде денег. Так, боевой меч, шлем мародера получаем. Мориан. Ну и карта, понятно. Да, блин. Теневой разум, опять же, орет. Тебе повезло, бесполезное дитя. Голос утих, и я подожду, пока не услышу его вновь. А я услышу. Интересно, а какой Мойре идет здесь речь? Вот что меня сейчас заинтересовало, если честно. Она затаилась. О какой Мойре шла речь? Какая-то сила может призвать теневой разум? Представляете? Жуть, уйдемте отсюда. Да, пойдем. Никто никуда не пойдет. Именем императора остановитесь. Здравствуйте, с какого ты перепуга тут? Рамсули, что ли, попутал, браток, а? Или тебя давно по заднице никто не лупил? Уровень сложности уже сложно стало. Так, что же нам делать? Глефу ставить или... Если я, предположим, даже поставлю сейчас молот, уровень сложности поменяется или нет? Ха-ха, нет. Тогда я не вижу смысла, ребята, менять. Я оставлю
также свою глефу. По броне что? Если, например, я эту... А нужна ли она мне, ребят? У меня здесь очень отличная подборочка идет. Удар, подхил, крит на 3 удара. Ой, даже не знаю. Хорошо, давайте пока так оставим. Все как есть у нас, не будем ничего менять. Вдруг, если будем давать слабину, тогда поменяем. Ну, а пока поехали дальше. Что вы сделали с принцессой, чужеземцы? Я не знаю, что произошло, но вы поплатитесь за это. Братюня, ее, если честно, захватил этот теневой разум. Че ты на нас-то бычишь? Стой, Фанк! Ты же видишь, со мной все в порядке. Не смей начинать этот бессмысленный бой. Вот это ты правильно, Джун, сказала. Я бы на его месте тоже в драку полез, когда такое увидел. Мы забыли, как нормальные люди могут на такое отреагировать. Ха, Марк в своем репертуаре. Так, защитник, сюжет. Успокой Фанга. Вот как раз мы сейчас и посмотрим, что из себя он представляет. Ну, я знаю, что он должен быть... Да-да, с саблей. Блин, да что ж такое-то с тесаком таким? Ребят, я буду, как обычно, по стандарту лупить своей глефой на размашку. Нет, братиня, так дело не пойдет. Но прикид мне нравится, ивоный. Ах ты, сопляжуй, что там делаешь? Бомбочка, ладно, хорошо, получи. Теневой! Ух, сбили мы ему, отлично, ребята. Ну все, я могу сказать, что он наш, ребят. Нет, он там в блок, конечно, прикрывается. Блин, ты смотри. А где твой меч-то, братунь? Я что-то не вижу. У тебя в руках. А, вон она, сабелька. Все. Да ну! Да быть такого не может, ребята. Вы видели? Он меня каким-то вонючим, плешивым подсеконом просто уничтожил. Так, ладно, хорошо. Погнали. Ну что ты? Валяешься тут. Ага. Я смотрю, тебе не нравится, да, тоже так же? Конечно, тисочки у них, ё-моё. Вот этот вот удар, это же пират так у нас сделал, я помню. Нет, никаких бомбочек, успокойся. Слушай, ну если, конечно, он так будет, ребята, бомбить, как он до этого сейчас сделал. На, гад, получи. Опа, я не понял, а со мной-то что случилось-то? Слушай, это какой-то бред сейчас был. Послушай, Фанк, я уже давно не маленькая девочка, которая нуждается в твоей защите. И теперь ты не только мой друг. Ты и такие, как ты, надежда династии. Доверься мне и не стой у нас на пути. Вы не ведаете, что говорите. Я все видел. Я вырву вас из лап чудовища. И мне никто не помешает. Ты хорошо, парень. Ты напросился. Я не хотел применять. Я не хотел, как говорится, заканчивать именно такой расклад. Ну, раз ты желаешь, будь по-твоему, сынок. Не забудь только памперсы, пожалуйста, надеть. Так, все. Нет, эту, наверное, треуголку. Хотя защита головы. Да я даже не знаю. Нет, не буду я одевать, не хочу. Пускай это остается. Фух. Погнали, ребят, короче. Будем его наказывать, он надоел. Че, кого он возомнил-то из себя, а? Я не понимаю. Да, возможно, у него там супердар мощный. Но сейчас-то мы посмотрим, кто из нас действительно сильнее. Он с тесаком, я с булавой. Погнали. Ага, как тебе? Что? А-а-а! Гад. Ну? Ну что ты там запел-то сразу мне, а? Ух ты. Нравится мне этот удар. Ой, теневой, ребята, грозит теневой сейчас. Но не дадим. Сбил. Я ему сбил, по-моему, ребята, теневуху. Ну? Фак! Не должен я позволить этого.
Ох, вот это тут, конечно. Да ладно, нет, тут что-то, что-то все не то, ребят. Он вначале дает дреща, а потом в конце, как будто, вот, знаете, компьютер чувствует, что жопа будет. И включает, блин, знаешь, чит-код какой-то, блин. Ну ладно, хорошо, давай так. Ой-ой-ой-ой-ой. Потерял я, ребята. Ну а что я тут сделал? Тут я уже ничего не смогу, ребята, сделать. Хотя есть еще один шанс. Ну, посмотрим. Хе-хе. Да. Все они почему-то слабы именно к теневому удару. Вот что я заметил. Слушайте, есть, знаете, какой тогда смысл нам? Поставить в шмотки накопление теневой энергии. Как вы на это смотрите? Так, он оглушен. Давай пропишем. Вот так. Хорошо. Ну что, поваляемся маленько. Понеслась, как говорится. Ух ты, как хорошо. Блин, я боюсь, что он сейчас, ребята, теневой удар сделает. А он его, наверное, хочет зарепить. А, не получилось. Прости, братюнь, ты уж... Извини меня, добивочный. Бам, в башню. Да, ребята, практически одним ударом его херачил. Ну, офигли, с такими... С такой булавой тут особо не разгуляешься. Спецударом только и пришлось делать. Угу. Так, отлично. Подводная масочка и... Перо ястреба. Да, для сабли. И самодельное жало. Так, хорошо, ребята, продолжаем с вами. Я надеюсь, он успокоился, притих. Фанк, я могу за себя постоять. И не позволю закрывать меня от опасности. У меня достаточно сил, поверь мне. Поэтому я приказываю, вернись на корабль. Я пока не доверяю Акаде. Проследи, чтобы он не оставил нас здесь. А мы продолжим наши поиски. Давайте посмотрим остров. Угу, давайте посмотрим остров и это. Не знаю, стоит ли мне менять обратно. Или не стоит. Нет, пока оставим этот прикид. Мойра? Это же девочка какая-то. Вы заблудились? Что вы делаете на острове? Я Мойра, а как вас зовут? Эта девочка, ее голос, это она призвала теневой разум. Она с ним говорит. Смотрите, сюда кто-то идет. Это местная жительница? Бегите, пожалуйста, уходите. Вождь заставляет наше племя нападать на всех чужеземцев. Опа, дитя племени, сюжет. Защититесь от островитян. О, так, сложно у нас, значит. Хорошо, ребята. Возможно, будет сейчас жарко. Островитянка. И все с тесаками с такими, ё-моё, а. Да-да-да, ребята, именно буду спецударом бомбить. На... Оу. Ай-яй-яй, как ты очень быстро и шустро бьёшь-то. Блин, мне не справиться, наверное, ребята, будет. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Если мне получится ее подловить. Угу. И есть, есть надежда, ребята. У нее, правда, теневуха уже накопилась. Будет супер удар, наверное. Хотя мы, наверное, быстрее сделаем. Ага, готово. Все, теперь будем от нее ожидать. Но это, я думаю, в следующем раунде. Сейчас пропишет, чувствую, слету. Ну, со своей саблей хреновой, а. Да, она сразу в теневой, но это, конечно, была ошибка. И вы, надеюсь, понимаете, почему, потому что... Что? Здравствуйте, приплыли, лук откуда взяла? Ай-яй-яй. Пробили, нет, не пробили, ребят. Слушайте, она сама по себе какая-то довольно мощная. Я бы не сказал, что она тут в блоке так стоит или еще что-нибудь в этом роде. Хотела. Нет, не получилось у тебя. Роднули, ты уж прости меня. Но будем тебя наказывать. Вот теперь уже будем по полной наказывать. Оу, щет, вот это пробивон был. Тихо, 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 тихо. Нет, не бывает этому. Хитрая, что ли, самая, я не пойму, а? На, получи, подловил? Подловил, ребята, я эту подлову. Тунь, оп,
оп-оп-оп, отбегаем, отбегаем. Лови, ах ты. А еще, блин, уворачивается. На, получи. Добил, ребят. С горем пополам, конечно, я ее победил. Ну, давай дальше, рассказывай мне байки. Так, скоро уже будет 15 уровень у нас. Награда, это все понятно. Что тут, кожаная накидка? Что это за бичевский наряд? Латы мародера. И бонусная карта, ладно. Вождь, вы посмотрите на него. Кто вы такие? Убирайтесь с моего острова, и я не буду повторять дважды. Нам и не надо. Это не твой остров. Этот остров принадлежит людям, всему племени, а ты захватил его силой. Замолчи и вернись в пещеру. Так, ребят, неужели у нас будет сейчас босс? Вот что-то чувствуется мне, что так оно и есть. Ладно. В любом случае, нам нужно с ним расквитаться. Маркус. Что у вождя с бородой и руками? Он явно балуется теневой энергией, я угадал? Вы говорите о силе. Давным-давно тень привез меня на остров, чтобы помочь мне. И тогда здесь появились родники силы. Местные жители всегда заботились обо мне, защищали. И они чтили силу. Тень объяснил, что она опасна. Вождь нарушил обет. Молчи, дитя! А вы, глупцы, сейчас поплатитесь за свое вторжение. Да? Ой, безумно, ребята, уже безумно. Времена тени, босс. Черт подери, ну, безумно так безумно. Что ж мы можем сделать? Кто ты такой? Покажи, как ты выглядишь. Вождь островитян. Так, он у него дисхорный, да? Что? Что ты сейчас такой? Погоди, он что делает? Что-то я не могу понять, ребята. Да что такое-то? Я... Фу, что за бред? Я не понял. Вот честно скажу, я не понял. Он встал в стойку, вызвал какие-то лианы. Я не смог к нему даже подойти. Предположим. Так, ладно. Пробил, хорошо, ладно. Продолжаю его суперударом этим бить. Ага, хотел только что опять эту фигню сделать. Слушайте, нельзя его, я так понимаю, далеко отпускать от себя. Оу, пропечатал-то. Давай, 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 давай. Ай, больно было. Еще раз я ему сбил теневой удар. Все, теневухи у него больше, к сожалению, нету. А может быть даже к счастью. Так, ну, ох ты, бросок-то. Да, подрезал, гад. Немножко, конечно, странный такой босс, если честно. Ладно, хорошо, будем долбить дальше. Но, правда, тут уже шансов очень мало у меня. Нет, я возьму эту, ребята, здесь. Не нравится мне эта дубинка. Да-да-да, я понял. Да что ты... А вот здесь бы мне как раз бы подсечечка бы моя. Ай, как пригодилась. Да как же тебя, гад, бить-то, а? Бесполезняк. Жесть, однако. Модификации вождя удивительные. Видимо, с помощью них он каким-то образом мгновенно получает теневую энергию острова. Наверняка местные очень боятся его. Ничего, сейчас мы им покажем, что он всего лишь человек. Да, я с тобой полностью согласен. И для этого нам нужно, ребята, поменять экипировку. Мы возьмем, опять же, мою любимую глефу. Так, одеваем. И костюм мы тоже одеваем, наверное... Да, мой. В нем я себя чувствую более увереннее, поэтому погнали. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть. Да мне и не нужно, ребята. Невозможно. Черт тебя побрал. Ну что ж, будем на невозможном драться. Другого варианта я не вижу пока.
Погнали. Ну что, чудило? Или мудило, как тебя назвать-то попроще, даже не знаю. Не нравится тебе? Я вижу, что тебе не нравится. Так. Теневой сбил? Нет, не сбил, ребята. Он все равно в теневухе еще пока. Что ты там крутишься? Получил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У него, ребята, один удар по мне просто отнимает столько, сколько я у него за весь вот этот вот гребаный раунд. Вы представляете? Ой! Началось, по-моему, да? Хорошо, я попробую. Но... Нет. Это жесть какая-то просто. Это фигня. А как, интересно, к нему подходить можно, когда он такой... Опять захотел, гад, свою эту хрень выпустить. Слушайте, нет, ну я, конечно, ничего не говорю. Ну, эти отнимали побольше у него и здоровья, и все. Я имею в виду булавушки мои. Тут что-то как-то... Ага, нам придется немножко тут... покислиться, так скажем. Ага, получил. Будет сейчас использовать, ребята, теневой удар, я знаю. Не успел, и это хорошо. Вот смотри, что он делает. Он просто одним ударом получил, гад. Так, будем его вот здесь вот докрамсывать. Получил. И... Я попытаюсь, ребят. Не скажу, что получится или нет, но будет пытаться. А, так, бросок. Ну, добьем мы его, сможем, нет? Хитро, хитро было сделано с моей стороны. Фух. Хорошо, мы сравняли счет. Великолепно. Да уж куда там великолепно. Так, ребята, буду, наверное, использовать сейчас суперудар. Я про теневой. Да, так, сделали, хорошо. Нормуль. Ну-ну-ну, возвращайся. Так, продолжаем. Нет, никаких тут тебе этих, как из луков. Оу, щет, 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 щет. Нет, 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 не добивай, не добивай, пожалуйста. Да ты ж при... Я же нажал на приседание. Какого хрена ты там отпрыгивать-то начал? Придурок, блин. Идиот, а? Других слов нет, просто-напросто. Я нажал на присед, он начал отпрыгивать. Идиот. Ладно. Да, конечно, ты как всегда начинаешь тут. Слушай, ну это нереально просто, блин, пройти и все. Хоть ты тресни, ребят. Просто нереально.